Здравствуйте, меня зовут Александр, я заместитель генерального директора ОНО «Центр фигурного катания «Ледо». Мы находимся сейчас на катке по адресу улицы Юности в Москве, владение 1Б. Данное здание занимает площадь 1300 квадратных метров, площадь ледового покрытия 800 квадратных метров. Здание было построено в 2006 году в тентовом исполнении. В летние, весенние, осенние месяца у нас возникали проблемы с теплопритоками от крыши, что не позволяло работать нам постоянно и без перерывов, потому что постоянно таял лед. Для решения данной проблемы мы обратились в компанию «Типофол» и попросили произвести их расчет для утепления крыши и снятия теплопритоков данной конструкции. После получения предварительных предложений нами было принято решение заказать эту теплоизоляцию и установить ее на крышу, что нам позволило сократить расходы в 25-30%. Толщина данного материала составляет 30 мм, что позволило нам работать круглый год. Так как мы используем ледозаливочный комбайн и дизельного исполнения, нам ежегодно необходима мойка здания изнутри. Для мойки здания и теплоизоляционного материала мы используем устройство высокого давления с моющими средствами, и данный материал выдерживает абсолютно любые мойки. Данная конструкция утеплена уже более 5 лет. Материал в процессе монтажа очень прост, надежен, с отражающими элементами, замками стык в стык, что позволяет его без каких-либо сложностей монтировать. За годы эксплуатации данный материал не потерял своих свойств, поставленными задачами справляется, легок в эксплуатации, легок в монтаже. Рекомендуем.